Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такие решения, по его мнению, никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем. Ранее стало известно, что главы МИД ЕС продлили до 31 января 2022 года введенные 7 лет назад санкции против России. В частности, для некоторых российских банков и компаний сужен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала, а также технологиям добычи и разведки нефти. Кроме того, действует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Изначально ограничения установили в 2014-м сроком на год. С 2015 года санкции продлевают каждые полгода, уже 6 лет подряд. В качестве ответных мер Москва взяла курс на импортозамещение. В июне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с инициативой провести саммит с участием Владимира Путина. Но идея не нашла отклика у остальных европейских лидеров.